Здравствуйте. Вот хочу вам показать. Вот это моя котельня. Вот я купил котлы термика и буфельную емкость. Все на одной фирме. Даже вот этот котел. Все было куплено на одной фирме. Что хочу сказать за этот котел? Котел сам по себе неплохой. Но автоматику мне дали такое говно, что это даже нет слов. Каждый час она у меня тухла. Вот высвечивается постоянно такая ошибка. Я звонил на фирму, звонил там с каким-то представителем фирмы Термика. Они мне там начали рассказывать, что неправильные настройки и все такое. Хотя у моих друзей работает с другой автоматикой, вопросов нету. Но сказали мне, как переднастроить. Тут сказали нажать букву «Выключить его». Вот он сейчас выключен. Потом включаем мы его. Выключен. Потом мы нажимаем букву «С», включаем. У нас тут должно высвечивалось 60, выставить на 120. Мы выставили на 120. Включили его. И все равно у нас высвечивается через 2 часа высвечивается ошибка ER5. Я, люди, вам честно скажу, я вам не советую связываться с термикой, потому что сами котлы хорошие, или покупайте их без автоматики, а сами покупайте автоматику, или вообще с ними не связывайтесь, потому что добиться чего-либо невозможно. То настройки у нас неправильные, то у нас еще что-то неправильное, но все остальное, или предлагают мне купить новую автоматику, это еще плюс 1500 гривен. Вот такая вот ситуация. У меня через стабилизатор оно идет, все как бы, все сделано у меня правильно. Человек, который мне делал, уже 20 лет занимается, устанавливает термика, и тоже мне сказал, что автоматику ты поставил говно, выкинь ее. Но дело в том, что я заплатил за нее деньги, но добиться я от никого ничего не могу. Вот каждый, раньше, когда стояло на 60, я ходил каждый час полтора переключал, сейчас хожу каждые 2-2,5 часа включаю. Даже ночью выключается, надо вставать, идти включать. Вот такая вот охеренная автоматика фирма Термика сейчас ставит. Подумайте, прежде чем у них что-то с ними связываться. Потому что добиться вы в них ничего не добьетесь. Они рассказывают, какие-то инструкции присылают, все такое, но лишь бы ничего, не предпринимать никаких мер. Спасибо за внимание. Это мое первое в жизни видео. Я только сдержался, чтобы не заматюкаться.